Все учащиеся начальной школы в Ненецком округе обеспечены бесплатным горячим питанием. Указ президента России соблюдается на 100%. Исполнять обязательства регион начал с 1 сентября текущего года. Во всех школах округа горячие обеды стали бесплатными для школьников с 1 по 4 класс вне зависимости от доходов семьи. Ольга Русул продолжит тему. Это у нас омлет. Детки любят омлет. Вкусненько сегодня омлет с винегретом. Очень вкусно и питательно. Марина Анатольевна Ружникова работает в столовой первой школы 30 лет. Как вкусно и полезно накормить школяров, знает отлично. Сегодня, например, детей ждет удивительной пышности омлет, от одного взгляда на который просыпается аппетит. У нас есть специальный агрегат, который взбивает яйца. А что кроме яиц здесь? Молоко, масло, соль. А сколько надо взбивать, чтобы оно было сладкое? Минут 5. Только успели накрыть на столы, звонок с урока. Школьники моют руки и в предвкушении вкусного обеда рассаживаются за столами. Впрочем, работники школьной столовой могут похвастаться не только омлетом. Вкусными получаются все блюда без исключения. Ну, мне все нравится. Каша. Какая? Манная. Ну, ее вкусно готовят очень. Густая. Вкусно. Мне нравится пирожка с котлеткой. А почему? Что там такого особенного? Ну, это очень вкусно, особенно котлетам. Каждый учебный день через столовую первой школы проходит порядка 700 человек. 359 из них – ученики начальной школы, которые питаются бесплатно согласно указу президента. Реализация этого проекта в школьной столовой не стала чем-то неожиданным. На протяжении многих лет школьные повара кормят детей вкусно и разнообразно завтраками и обедами. Теперь бесплатно. Каждый день овощи, через день фрукты и в следующий день или кондитерское изделие какое-нибудь, или выпечка. Школьная столовая оборудована всем необходимым для приготовления горячей пищи. Кроме того, стоит отметить профессионализм слаженного коллектива самих работников. Мы были абсолютно готовы к реализации вот этого указа президента. У нас было готово и оборудование, и персонал, который работает в школе уже очень давно. В рамках государственного документа на организацию бесплатного питания школьников начального звена регионы получают федеральные средства на условиях софинансирования. Власти Ненецкого округа подписали соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации, по условиям которого до конца 2020 года региону выделено 12 миллионов рублей. Стоимость обеда составляет 109 рублей на одного человека. Бесплатными горячими обедами в Ненецком автономном округе с 1 сентября обеспечены 2500 школьников, учеников начального звена. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».